Всем едогенный привет! В этом видеоролике я хочу сказать, почему это конец Кубума. Я знаю, что много кто сейчас может поставить мне дизлайк и написать плохой комментарий, что Даник Медоед не прав. Я с вами соглашусь. Может, в какой-то части я реально не прав. Но это только ваше мнение. А в этом видео я просто хочу высказать свое мнение. Сейчас я приведу несколько причин, почему я считаю, что Кубуму конец. Надеюсь, что вы готовы. Если вы хотите поддержать меня, то просто поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Можете поделиться этим видео с друзьями. Ну что ж, давайте начнем с самого начала. Если вы, допустим, в Play Market наткнетесь на игру Кубум, и вы туда зайдете, вот что вы там увидите. Тут вы можете видеть описание и всякие детали про Кубум. А сейчас посмотрите на одну деталь. Там 10 миллионов скачиваний. Давайте так. Я ничего не имею плохого против Кубума. Но почему, если у Кубума 10 миллионов скачиваний, онлайн не превышает 2000 человек? Каждый раз, когда я захожу в какие-то битвы, допустим, в бомбу или команды, мне постоянно попадаются или золото, или боты. Почему так, Кубум? Давайте я поговорю про обновление. Обновление выходит очень редко. И было только что недавнее обновление, и вот что там добавили. Я сразу начну про бойцов. Там добавили одного бойца по имени Гарри, еще такого героя, как Лучадор и Клейтон. Но что же тут не так? Как по мне, Гарри — это самый бесполезный персонаж. Он просто увеличивает урон с оружием топор. Давайте поговорим про Клейтона. Я думаю, что лучше всего брать мину, чем покупать Клейтона за 350 ключей и покупать капканы, которые очень сильно заметны в бою. Плюсом они просто останавливают игрока на 4 секунды и наносят урон. И плюсом от мины ты сразу умрешь, а от капкана нет. Лучадор, мне кажется, что тоже чуть-чуть бесполезный персонаж. Вы сами можете понять, что он наносит урон только при падении. Плюс он маленький. Если какой-то игрок, допустим, заметит, как вы взбираетесь на какую-то башенку, он легко вас может убить. Я не сказал бы, что Лучадор — это хороший персонаж, которого нужно брать в бою. Что же по ежедневной награде, которую вы можете найти в магазине? Один ключик или 50 баксов. Ну что же могу сказать? Награда просто топчик. Вот несколько причин, почему я считаю, что Кубум умер. Вы можете сказать, что это неправда, но, как я уже и говорил ранее, это только ваше мнение. Спасибо, что вы выслушали меня. Спасибо за просмотр.